у чужих ворот. Вот меняют иногда тактику армейцы. Иногда в средней зоне, иногда прям там начинают прессинговать. И вот уже ошибка казанцев. Гарипов спасает Скотт. Имел возможность открыть счет в этой встрече, но и Гарипов показывает, что он в порядке. Если бы не блестящая игра вратарей, да кто бы удивился тому, что ставка оба забьют, уже бы сыграла к этому моменту. Вот, вы сейчас обратите внимание, вот здесь, да, Пашнин перехватывает передачу. Он защитник, он спускается ниже для того, чтобы как раз не было времени у игрока соперника сделать точную передачу или вообще подумать, что делать с шайбой. И это ключевое в этом моменте, да, когда защитники спускаются ниже.